Игорь Пушкарев временно отстранен от должности мэра Владивостока. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей. Адвокаты сейчас работают над обжалованием решения суда. Оно еще не вступило в законную силу. Напомню, Игоря Пушкарева задержали 1 июня прошлого года, после чего поместили в следственный изолятор в Москве. Пушкарев будет находиться в изоляторе до 30 мая. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом 160 миллионов рублей.